Здравствуйте. Старший наверное называется Саркольского РУВД. Здрасте. Ничего не забыли? Нет. Нет? А по-моему забыли. Что забыли? Причиночку установки. А, причину? Так, операция «Анаконда», проверка транспортного средства. В связи с чем проверка? В связи с операцией «Анаконда». А, не, ну что проверяете, я имею в виду? На все наличие. А, на просто документы, что ли? Да, документы. Можно ваш сначала посмотреть? А? Сначала ваш. А, форма моя. Знаешь, а что форма? Да форму завтра я пойду куплю, одену, это же не значит, что я буду на связи с сотрудником полиции. С Петропавловска? Петропавловск. Номера же видели, наверное. Куда? Маршрут какой у вас? Домой? Куда домой? Домой? Откуда? Да. Дуспаев Нурлан Айтбаевич, инспектор. Откуда вы? До какого 10? До 15. Спасибо. Ну, с какого, с 14 по какое число проходит? Что? Ну, операция ваша. Операция? Пока вы попали на операцию. Попал на операцию? Да, на операцию, да. А по трассе там останавливали, показывали бумагу? Бумагу? ОПМ. Вы еще даже не предоставили свои документы? Ну, сначала, что касается меня, сначала я должен от вас посмотреть все, что мне нужно. А где жетончик давай ваш? А? Жетон где ваш? Показывайте. Не, жетон где ваш? Показывайте. Да я покажу жетон где ваш. Показывайте. Жетон где? Показывайте. У меня есть график. Ага. График. Ну, я понял. У вас же есть жетон вопросы? Должен. Есть поселок, приезжайте поселок. Какой поселок? Вы же меня остановили, соответственно, я вам вопросы задаю. Гражданин, я еще раз повторяю, просто говорю, предъявите, пожалуйста, документы свои. Предъявить? Да. Какие вам предъявить? Удостоверение, права, техпаспорт, содержимое кузова и покажите. Инспектор, смотрите. Выйдите из машины. Для чего? Выйдите из машины, покажите. Нет, согласно 627 статье, открою кузов. Мне надо ваши данные переписать. Куда? Полностью. Куда переписать? Я вам сейчас говорю, операция «Анаконда», именно всех транспортных средств, всех записываем. Куда вы записываете? На учет ставим. Ну куда записываете? Как куда записываете? А куда записываете? Я не знаю, куда записываете. Первый раз на дороге останавливают и записывают куда-то. Протокол записываете. Протокол? Протокол, да. График протокола. Ну, записывайте. Выходите, выходите, выходите. Для, не, для чего? Выходите, как вас? Максим. Максим, выходите, показывайте. Общественное объединение ОСА, так будет проще, я думаю. А? Выходите, а? Выходите, выходите. Ну, зачем выходить? Вы игнорируете. Что? Игнорируете. Что именно? Я вас проверяю, как его называю, чтобы вы вышли. Для чего? Я могу вашу просьбу расценить как условие для коррупционных действий? Нет. Нет? А для чего тогда выйти? У нас порядок. А для чего выйти тогда? У нас порядок. Выйдите, пожалуйста. Что? Выйдите постоять возле вас или для чего? Выйдите, покажите мне кузов. Нет, открывать согласно 627 КОПа. Так. Административный кодекс. Хорошо. Там же прописан досмотр конкретно. Вы отказываетесь от этого? Я ничего не нарушаю. Добрый день, молодые люди. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ребята. Да. Как вы слышали, у вас сейчас идет мероприятие совместно с Российской Федерацией. Это у нас получается приграничные области Казахстана и Российской Федерации. На предмет чего? На предмет контрабанды наркотиков, оружия, незаконных мигрантов, борьба с терроризмом и экстремизмом. Я просто мы все данные переписываем, кто куда едет, какая машина, номер. А, ну я же не против, я покажу, куда вы переписываете. Просто чтобы это не простая бумажка была, потому что у нас есть закон защиты от персональных данных. Пожалуйста. Нет, чтобы это не простая бумажка была, вы куда-то переписываете. Приказ, статья 471, вы же говорили, знаете, да? Да вы же мне вчера сказали, вы же знаете, что я законопослушный гражданин. Не понимаю. А кто вы, что вы незаконопослушный? А? Вы по очереди вообще не имели никаких? Нет, вы вот туда ехал, инспектор, останавливали. Вот сейчас ваши данные перепишите, документы дадите, перепишут ваши данные, посмотрим ваш кузов. Максим зовут. Ничего даже другого нет. А? Не, я ничего не говорю, я все документы предъявлю без проблем. Вы же проверяли документы мне позавчера, все в порядке документы. Просто посмотрите, это ваш кузов, грузовую стопровозить. Я вам говорил же, что могу передать документы на груз, но кузов я не оставлю. Сейчас, в данный момент у нас спецоперация. Да я не спорю. Двухпонтик просто сделал и все, что? Ну, протокол досмотра, двухпонтик, все. Больше от вас ничего не требуется. Если вы будете
Они-то их ждать это будут. А что их ждать? Вот КамАЗ раз, фура сзади два, все. Протокол досмотра только если, сначала. Если чтобы они... понятых не задерживать, протокол если, досмотра если, заранее. Если они не захотят, то протокол досмотра. Ну они не захотят, а я тут при чем? Смотрите, инспектор, смотрите, давайте я вам, как в прошлый раз, как позавчера, передам документы. Посмотрите документы, что я везу, и все, держите, пожалуйста. Да, полностью, это ваше время, не мое, вы задержите. Позавчера я вас не ознакомил, ознакомьтесь, пожалуйста. Но позавчера я вас забыл ознакомить, ознакомьтесь. Данила Максим. Удостоверение есть у вас? Не, удостоверение есть, а удостоверение зачем? Дайте удостоверение. По удостоверению запишем. Да. Можно листочек этот ваш посмотреть? Вот, вот, пожалуйста. Не-не, вот куда вы переписываете. Что вам? Ну это просто листочек, что ли? Обязательно. На белом листе, да. А зачем вы туда переписываете? Вот, данные мотельные, вот. Нет, нет, просто я насколько я знаю, есть закон о защите персональных данных, вот эта ваша бумага ничем не защищена. Я же не знаю, куда мои данные пойдут дальше, понимаете? Уважаемый, да? Не будем давать спорить здесь, вот, я говорю, вот, на основании закона СРК, вот, то, что вот, единственное результатовое официальное проведение операции «Анаконда» за 14-17. Так, Данила Максим, отчество. Владимирович. Вот, проверка. Пассажирских автотранспортных, да, пассажирских автотранспортных. Грузовой автотранспорт различных стран таможенного союза в Беларуси. Понимаете? Ну я же не спорю. У меня все законно. Вот, вы говорите незаконно. Вот, вот мы выписываем сюда вот ваши данные, понимаете? Ну все, переписали. Я говорю, удостоверение дайте просто. Еще раз вас спрашиваю. Вас, сотрудник ДПС, попросил, чтобы выйти с машины. Ну я говорю, я вам говорю, статья есть такая, согласно статье 471 части 12, мне выйти постоять около вас, что ли, или что? Нет, причем тут там не регламентировано в этой статье, понимаете? Ну давайте несите протокол, я сейчас выйду, говорю, согласно чему мне оформить? Я выйду, на регистраторе все будет видно, что я вышел, сяду в машину, что вы будете оформлять? Уважаемый, выйдите с машины, просто предоставьте ваши документы. Да я же предоставил уже. Предоставьте, чтобы я записал ваши номера удостоверений. Автомашину запишите. Смотрите. Данила Максимович. Число месяца отражения, смотрите. Там есть? Число месяца. Нет, число месяца. А, 19.07.95. Вы проживаете. Проживайте. Северо-Казахстанская область. Полный адрес. Не могу сказать. Максим Владимирович, полный адрес. Не могу сказать. По причине? Незащищенная бумага. Максим Владимирович, ну вам объяснение не надо. Потому что данные перепишите, все, что вы говорите. Нет, я не могу, это мои идентификационные данные, потому что почему я должен вам предъявлять, чтобы вы на какую-то бумагу переписывали? Так, данные автомашины. Данные автомашины. Техпаспорт. Так, 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 так. Эта сторона, да? Нет, нет. Во. Это? Но это не мой адрес, вы видите. Да. Доверенность есть же, да, вот? Конечно, есть, все есть. Вы же смотрели позавчера. Доверенность покрытия так тоже? Нет, пусть это так, техпаспорт так будет. Доверенность покрытия. Бля, упал. Дайте я же посмотрю, да? Я же говорю, все вот так не. Не, куда вы переписываете, я не пойму. Я говорю, вот, на основании вот этой бумажки, вот, прочитайте, пожалуйста, если можете. Да я понял, откуда я знаю? Должен быть, наверное, какой-то зарегистрированный журнал, куда вы можете переписывать. Вот. Может, вы сейчас перепишете мои данные, пойдете, составите протокол. Мы передаем это на область, а область передает на Российскую Федерацию. Подделайте подпись, я же не знаю, подождите, почему я должен вам свидетельствовать с пациентами данными. Мы вам говорим, переписываем то, что передаем на вот паспорт.
по спецоперации. У вас журнал есть зарегистрирован? Нет, анаконда, понимаете, анаконда. Это спецплан. Нам не нужно нарезать. Да. Что вам еще нужно? Мне просто бывали случаи, я знаю, когда фальсифицировали протоколы, поделали подписи, все. Инспектора дорожной полиции. А? С вами было такое? Я знаю личный пример. С вами было такое? Со мной? Со мной было, мне написали от подписи отказался, от протокола отказался. Вот, видите? За видеорегистратором услышали, как Стас Голый судился, человек. Ну, это я знаю, уже тогда говорили. Ну. А там и автомашины скрытые. Чего хотели спросить? Это вы уже столько записали машин, что ли? Да. Столько листов? Столько листов, да. На вас тоже записали. Максимум, все. Все? Счастливо. Нарушителей много сегодня, нет? Ну, ты первый. Я не нарушитель, я никогда не решал, что. Я законопослушный гражданин. Ради бога, пожалуйста. Мне кажется, ты чересчур законопослушный. Чересчур? Ну, а что делать? Все? Все, счастливо. Счастливой службы. До свидания.